Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кулунова Анна и интернет-проект Faberlic Online. И сегодня мы с вами поговорим, так как мы всегда находимся в скайпе, и серьезное обучение у нас происходит только через скайп, через переписку, через чаты. Мы с вами будем учиться, ну и вообще разбираться, что такое ссылочка на чат. Чат, я знаю, что говорят, что можно до 700 человек, да, и вот, значит, первый чат коллег Faberlic у нас наполнился, когда ему, у него было 600 человек, то есть, получается, до 600 человек в чат добавлять можно, да, то есть, у нас сейчас, на данный момент, есть несколько чатов, и сейчас мы с вами поищем чаты. Да, и, к примеру, если взять второй чат Faberlic, да, то он еще не переполнен. И вот ссылочка на него на подключение. Мы нажимаем на картинку чата, и вот тут вот есть копировать. Вот эту вот ссылочку мы ее копируем, допустим, да, и отправляем нашему новичку. Мы ее отправили, новичок по этой ссылочке должен пройти. То есть он на нее нажимает и хочет попасть во второй чат коллег Faberlic. Вот у нас открывается такое вот окошечко. Да, то есть отсюда можно выйти. И у нас спрашивают, присоединиться ли к разговору. Мы нажимаем присоединиться. Тут просят ваш логин и ваше имя и присоединиться. Да, то есть вы тут можете написать свое имя. Нажать присоединиться. И он немножечко подумает. Происходит сейчас загрузочка. И вот мы, значит, зашли как гость в этот скайп-чат. Да? Чтобы мы заходили не как в скайп-чат, да, то есть вот, пожалуйста, беседа без названия получилось, да, еще что-то, да, то есть и нам говорят, что нам нужно войти сюда не как гость, да, и значит, и мы нажимаем, у нас уже есть учетная запись, и нажимаем войти в Skype. И вот тут вот у нас, значит, мы вводим логин, пароль, да, и как бы нажимаем войти. И вот тогда мы уже попадаем в скайп-чат, и все у нас получается хорошо. Иногда выскакивает такое вот сообщение, что нужно войти в систему еще раз. Да, то есть, ну, тут вы можете опять-таки войти в систему еще раз. Ну, это бывает редко. Да, то есть вы можете в легкую сейчас своего новичка отследить, если будет написано, что пользователь Анна Кононова присоединился и в скобочках будет написано гость, то вы будете знать, что ваш новичок зашел неправильно. И чтобы ему зайти правильно, создано как раз-таки вот это вот видео. Иногда бывает, что версия скайпа абсолютно неверная, и бывает такое, что новичок ну никак не может попасть в чат. Для этого у нас тоже есть чаты. И если у вашего новичка что-то не получилось, пишите нам, мы добавим вас в чат, который вы можете добавлять через такой вот плюсик в чате, да, то есть. Вот, с вами была Кононова Анна и интернет-проект Faberlic Online. До встречи в новых видео. Желаю вам удобно работать.